Здравствуйте, в эфире новости. У микрофона Светлана Ибатова. Коротко о главном. Участвующим в спецоперации добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий. В Башкирии утвержден порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий. Дюртюлинец Артур Гелимханов вошел в десятку лучших пианистов. Об этих и других новостях далее подробно. Участвующим в спецоперации добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий. Правительство дало положительное заключение на законопроект. Добровольцы, которые будут ранены во время участия в спецоперации, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий, пишет Интерфакс. В Башкирии утвержден порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального значения, а также их использования и охраны. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации. Как следует из документа, основаниями для придания подобного статуса считаются особая природоохранная, научно-историко-культурная, эстетическая, рекреационная, оздоровительное и другое значение земель. Кроме того, на них могут располагаться природные комплексы и особо значимые объекты. Дочка Башкирии.